Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 115. Словарный диктант. Запиши под диктовку, поставь в словах ударение, подчеркни опасные места. Сначала, потом, вдруг, однажды, сегодня, тогда. Проверь себя по учебнику, на какой вопрос отвечают все эти слова. Так как диктант словарный, то правописание всех этих слов нужно запомнить. Запишем под диктовку слова. Сначала, потом, вдруг, однажды, сегодня, тогда. Поставим ударение в этих словах. Сначала, потом, однажды, сегодня, тогда. В слове «вдруг» мы значок ударения не ставим, так как это слово состоит из одного слога. Следовательно, одна гласная, естественно, она ударная. Все слова отвечают на вопрос «когда». Когда – сначала, когда – потом, когда – вдруг, когда – однажды, когда – сегодня, когда – тогда. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.